отправляемся к маршруту на Моко. Судя по всему, нам нужно будет очень высоко подняться здесь. Да. Влад, осторожно, сейчас улетишь. Мы возле горы Мора-Рок находимся. Сейчас можно там по лестнике подняться на самую вершину. Да, это здорово будет. Очень удобно, что можно было доехать. А здесь классно, лестница такая. Прекрасно. Подожди, Руслана за руку возьми. Да. Поднимаемся, Влад. Тихо, я сейчас подойду к краю. Если что, я спасу с руками. Да. А если бы ты упал здесь, ты бы где ходишь от тебя? Сейчас это вообще нереально. Вы видите, как тут страшно? Если туда покатишься, все. Наша машина припаркована где-то там. Выглядят эти скалы. Подожди, Влад. Оказалось, что дальше нужно тоже подниматься еще выше. Владенюша остался один, Юль. Итак, почти самая вершина. Вот ограждение, а дальше только пустота. И очень красиво. Сейчас попробую снять все это на широкоугольный объектив, чтобы больше обзора захватить, как все это круто выглядит. Попробуем пройти туда. Нереально, конечно, красиво. О, скалолаз. А это реальный скалолаз.
Иду. Пролазишь сквозь скалы. Разряженный воздух, дышать тяжело. Итак. Danger zone. Do you have a headlamp? Just in case. Enjoy. It's gonna be hard. Мы покорили вершину этой горы. Пришли. Руслан, не прыгаем здесь. И на эту гору. Так, ну ладно. Парочка панорамных снимков и домой, да? Влад. Обратно или здесь ниже, ниже. Мы тут пошли к машине. Ух ты, мышка проскочила. Уже очень хорошо стемнело, и как видно, очень много дыма здесь. Все это из-за лесных пожаров в Калифорнии. Да, ну, конечно, подняться сюда стоит. Видно серпантин. Нет, наверное, с этой камеры не видно, но внизу как раз видно, как движутся машины. По пути, по которому нам предстоит еще спускаться. Голова кружится от того, что Влад быстро. То есть нужно хорошо дышать и медленно подниматься, и медленно спускаться. Практически полная темнота. Мы возвращаемся домой. Ну, не домой, мы в Калифорнии. Поэтому поедем к нашим друзьям в гости сейчас. Так. Влад почувствовал кислородное голодание. Каково это? Голова кружится. Голова кружится, да? Голова, а вот... кружится, он с такой скоростью поднялся. Да. Наверх. Прошла? Нет. Сейчас мы будем спускаться, пройдет. Мне тоже голова кружилась, когда я быстро поднимался. А
Ну, Руся как-то контролировал скорость поднимания, скорость подъема наверх. Ну, вот